Застукала я тебя все-таки. А я думаю, чье это безобразие? Шприцы, ампулы каждый день нахожу. Не суй нос не в свое дело. Да как тебе не стыдно? Ты такая молодая, жизнь ломаешь себе. Ты многого не знаешь. Прошу, уходи. Алла? Алла, машина пришла, иди товар принимай. Иду, тетя Кать. Екатерина Сергеевна, видали, что она здесь творит? Ну и что с того? Нин, ты у нас человек новый, многого не знаешь. Иди, работай и не лезь не в свои дела. Да я предупредить хотела. Ведь спасать девчонку надо, пока еще не поздно. У нас на старой работе парень был, так... Я тебе вот что скажу. Я Аллу с 13 лет ращу. У меня подруга была близкая, считай, сестра, Тоня. Так ее один пьяный урод на машине сбил. Какой ужас! И как таких земля только носит? Подруга на месте погибла, а девочку вот по частям собрали. Простите меня, я не знала. Алла выкарабкалась, но теперь вот всю жизнь на обезболивающих лекарствах. Иди работай. Да. Подождите, коробка-то больше вас. Дайте сюда. Вот так. Меня коробкой не испугаешь, я привычная. А я, может, понравиться хочу, не испугать. Зря стараетесь. Почему? Что не так? Болтаете много. Опять. Стоп! Стоп, 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 стоп. Давайте договоримся. Я сам все буду носить, хорошо? Хорошо. Это куда поставить? Вон туда, друг на друга. Хорошо. Осторожней. Осторожней. Да я как жонглёр ловкий. Смотрите. Ловкость невероятная. Тоже мне помощничек. А вы, значит, Алла? Очень приятно. Меня Игорь зовут. А вы до которого часа работаете, Алла? А тебе зачем? Ты у нас кто? Жонглёр. Вот и жонглируй отсюда. Кстати, мы завтра не работаем, выходные. Теперь после Нового года. Понял. С наступающим вас, девочки. Ну, а ты что стоишь? Мы работать будем сегодня? А я тортик принесла. Тетя Кать, кусочек будешь? Ой, нет, уже ничего не хочу, я объелась. А ты, Денис? Не. Ой, ребятки, хорошо-то как. Вот так по-семейному тихо отметили праздник. Как время летит, год за годом. Денис, ну оторвись ты от телефона. Мам, ну ребята с курса пишут, поздравляют. Не отвечать, что ли? Детки мои золотые, может быть, с Божьей помощью в этом году свадьбу сыграем. Тетя Кать, ну не ты же мне предложение делать будешь, а у Дениса дела поважнее. Да кто его спрашивать будет, Дениса? Да, Денис? Угу. Вот. Невестки лучше, чем ты, мне все равно не найти. Можно сказать, воспитала такую, как надо. Тетя Кать... Ой, ребятки, пойду я. Что-то сегодня голова какая-то нехорошая. Давление, наверное. И вы ложитесь. Слышишь, Денис? Ага. Аллочка тут все уберет. Угу. Так. Руки при себе держи. Недотрога. Все равно моей будешь, когда поженимся.
Это все. Алла, вот интересно, а какой у вас номер телефона? Длинный и не запоминающийся. А продиктуйте, попробуем проверить мою память. А вам зачем? Вы не против, если мы перейдем на «ты»? Согласна. Хотел позвать тебя в кино или еще куда-нибудь. Смотри, какой шустрый. А чего ждать? Ну, пойдешь? Некогда мне твоя память проверять, мне работать надо. Так. А что здесь происходит вообще? Игорь, до свидания. До свидания. Алла, мне вот это все не нравится. Ну, тетя Кать. Что, тетя Кать? Достала! Это ограбление! Деньги зашила! Ты чего устала, коза? Быстро! Да деньги мы сдали уже. Нету денег. Мне плевать, ищи! Да говорю уже, у нас мелочь одна. Мы давай. Сдали кассу уже. Давай, давай, давай сюда! Ну, нету, говорю, нету денег! Алка, дура, ты же убила его! Алло, полиция, у нас ограбление. Октябрьская, 22, магазин, продукты, быстро! Девчонки, я ж подарки новогодние забыл вам подарить. Стоять! Что с тобой? Ранена? Испугалась? Да не испугалась, она чуть не убила. Не смей рисковать своей жизнью, поняла? Никогда. Екатерина Сергеевна, заберите. Уведите Аллу, пожалуйста. Бежать! Значит, здесь ты и живешь? Ну да. После смерти мамы Екатерина Сергеевна взяла меня к себе жить. Тетя Катя, ее сын Денис, вот и вся моя семья. А я думаю, что у тебя такая начальница хорошая. С работы отпустила, сменщицу позвала. Она хорошая и добра мне желает. Она хорошая, но мне кажется, тебе пора из-под ее крыла уже врываться. А мне и так хорошо. И вообще, совсем не обязательно было меня провожать. Я бы сама справилась, ничего бы со мной не случилось. Подожди. Ты уверена, что не хочешь в больницу поехать? Просто стресс сильный, я на твоем месте поехал бы. Была охота в поликлинике в очереди стоять. Я свое здоровье лучше любых врачей знаю. Не бережешь ты себя. Я теперь буду тебя провожать каждый раз. С чего вдруг? Ты отважная, и можешь влезть в любую историю, а я буду тебя защищать. Думаешь, бандиту руки скрутил, все можно? Ау! О, привет, а ты что дома? Ты ж на работе должна быть. Меня отпустили, а ты почему здесь? У тебя же экзамен должен быть. А, я его завалил. Только ты матери не говори. Ты чего, когда я тебя выдавала? Черт, я вообще не знаю, что теперь делать. Это уже второй хвост в этой сессии, я его точно не сдам. С друзьями. Меньше мотаться надо, а заниматься лучше. Не учи, а! Еще одна мамаша. Ты что, не понимаешь? Твое обучение больших денег стоит, еще и хвосты. И за каждую пересдачу платить надо. Умница нашлась. А ты думаешь, это легко? Вот ты бы вообще ни одного экзамена не сдала. Вообще-то в школе я хорошо училась. А, чё ж ты не поступала тогда? Не получилось. Мне работать надо, а не учиться. Ты сиротка-то не прикидывайся, ну? У тебя вон квартира в Москве есть. Слушай, точно. Сегодня же нужны деньги у квартирантов забрать. Ты, кстати, обещал, забыл? Слушай, у меня есть идея. Давай матери скажем то, что, ну, квартиранты либо съехали, либо там не заплатили. Ну, что-то того. Короче, типа бабок нет. Ты с ума сошел? Я врать не буду. Ну, блин, что-то такая скучная. Ну, сходим в ресторан, отдохнем по-человечески хоть раз в жизни, ну. Тете Кате помогать нужно. Ей деньги нужны, она одна всех не потянет. Господи, какая ты скучная. Вот у нас в институте девки так отжигают, что ты им даже в подметки не годишься. Вот иди к своим подметкам. Только деньги отдай. Это мне. За труд. За то, что квартирантом моталась. Ну, что ты ломаешься-то, а? Ты хочешь цены себе набить, да? Но ты же прекрасно понимаешь, что ты без меня все равно ничего не стоишь. А ты чё? Пошел вон.
Игорь, привет. Привет. Да, вот соскучился. Может, куда-нибудь сходим? В кино. Давай. А завтра в кафе. А послезавтра в театр. Потом в музей. И так каждый день. Согласна? Согласна. Тогда до встречи. Обнимаю. Обнимаю. Прости, я опоздала. Это твоя месть за мое вчерашнее опоздание? Ты опаздываешь на каждое свидание. Если я буду мстить, то сразу оптом за все. Ну, прости. У меня там пробки, пока машину в гараж поставил. То, все. Ну. Я шучу. Я так по тебе соскучился. Я тоже по тебе очень скучала. Знаешь, нам нужно реже с тобой встречаться. Тетя Катя что-то подозревает сегодня. Я соврала, что иду зуб лечить. Зачем ты врешь? Скажи правду. Что бегаешь на свидание в законное, свободное от работы время. Что в этом такого? Она не поймет. Какая разница? Если она тебя любит, она только рада будет. Понимаешь, у тети Кати на меня другие планы. Мне плевать на ее планы. У нас с тобой своя жизнь. У нее своя. Хватит идти у нее на поводу. Ты думаешь? Я уверен. Нет, я так не могу. Она обидится. Я многим ей обязана. Ну, это детский лепет. Ну, пора уже взрослеть тебе. Моя маленькая, моя хорошая. Я тебе думаю постоянно. Я тоже о тебе думаю. Все время. А поехали ко мне? Так сразу? Не сразу. Мы с тобой уже встречаемся 3 недели. Поехали. Мне так хорошо, как никогда. Мне тоже. Я сделаю все, чтобы тебе всегда было хорошо. Интересно, который сейчас час? Какая разница? Ты же все равно у меня остаешься. Тетя Катя меня убьет. Почему ты боишься свою тетку? Она не родная мне тетка, это подруга моей матери. После того, как мама не стала меня, а тетя Катя воспитывала. А что случилось? Отчего мама умерла? Я как-нибудь в другой раз расскажу. Мне больно вспоминать. Не хочу настроение портить. Знаешь, приезжай ко мне, я тебя не отпущу. Зачем ты пришел? Вдруг кто-нибудь заметит, уходи. Пусть заметит. Я ведь тебя люблю. Я готов об этом кричать прямо здесь и прямо сейчас. Не надо, я тебя умоляю, уходи. Ладно, до встречи, любимая. Игорь, я же предупреждала тебя. Пошел вон отсюда. Обманывать меня решила. У нас с Игорем все серьезно. Паразитка ты неблагодарная. Сколько же я сил на тебя потратила. Сколько я в больнице около тебя сидела. Я же жизнь тебе спасла. И что теперь тетя Катя не нужна стала? Что ты? Я тебя никогда не брошу. Я буду ухаживать за тобой, присматривать. Да я же тебя для сына своего берегла.
А ты в постель к первому встречному прыгнула. Да Денис же любит тебя. Что ты творишь-то? Да не любит меня Денис. У него в институте девчонки зажигают. А я и в подметки не гожусь. Он сам так сказал. Да кто его будет спрашивать? Я не позволю, чтобы какая-то дура ленивая в мой дом вошла. И не позволю тебе на дно упасть. Я взрослая. А ну-ка, скажи-ка ты мне, взрослая, что ты знаешь об Игоре, об этом? Он хороший, и он меня любит. Что я должна еще знать? Глупая ты, хоть и взрослая. А то, что Игорь твой недавно из колонии освободился, а туда, как ты понимаешь, не за великие подвиги попадают. Бандит он. Вот и все. С чего ты это взяла? Он мне ничего не говорил. Да, конечно. Скажет он об этом. Я в отделе кадров об этом узнала. Девочка, послушай меня. Не порть ты себе жизнь зэком этим. Ну, мало ли, оступился человек. С кем не бывает. Может, он не виноват вовсе. А ты ему о квартире своей говорила? А что такого? Да то, сирота, да еще с московской квартирой. Какая добыча для освободившегося зэка? Я ничего не понимаю. Ну, не похож он на бандита, ты же сама видишь. Да дура ты! А еще голос повышает. Марш работать. Дома поговорим. Моя любимая не в духе. Кто только что тебе испортил настроение? Тетка, что ли? Угу. У нее хорошо это получилось. Слушай, опять. Я уже начинаю ее ненавидеть. У вас это обоюдное чувство. Ничего. Главное, ты рассказала о нас. Правильно? Нормальным разговором это не назовешь. Больше это напоминало истерику. Бери в голову. Она порет, успокоится. У тебя есть я. У меня намерение серьезное. Могу пойти к ней и попросить твоей руки. Она убьет нас обоих. Или без нее. Пойдешь за меня? Это предложение? Да. Ну, извини, она спонтанная, конечно. Надо было подготовиться, цветы принести, но я исправлюсь. Но ты ничего про себя не рассказывал. Я не понял, ты согласна или нет? Игорь, я задала тебе серьезный вопрос. Я ничего про тебя не знаю, как ты хочешь, чтобы я за тебя вышла. Хорошо, я был женат, но развелся. Детей у меня нет, не успел обзавестись. Сидел за что? Вот в чем дело. Откуда знаешь? Нашлись добрые люди, предупредили. Я хотел бы об этом забыть. Прошлое не вернешь. Хотя порой хочется, чтобы все было по-другому. Я бы тоже очень хотела, чтобы в моем прошлом все было иначе. Но оно уже не изменится никогда. Знаешь, я переосмыслил свою жизнь. Я пересмотрел судьбу и стал ценить жизнь и людей, которые рядом со мной. Что ты натворил? Все равно это со мной уже не случится. Никогда. Поверь. Я очень хочу тебе верить.
Это он тебя провожал, да? Этот хмырь? Стоит, руки распускает, целоваться лезет. Ты что, в окно подсматривал? Ну, конечно, это проще, чем руки мыть. Еще раз я его увижу, я ему... Что ты ему? Слушай, ты не оборзела ли, а? Ты моя невеста. Мы выросли вместе, я всегда знал, что ты будешь моей женой. Ты же меня не любишь. С чего ты это взяла? Ну, когда любят, пытаются что-нибудь хорошее сделать. Да и потом ты мне не говорил. Слушай, ты у нас вся такая фифочка, до тебя вон пальцем не дотронешься. Это ты меня не любишь. Именно поэтому ты все время пытаешься меня оскорбить. Да моя мать все равно мне не даст на другой жениться. А ты сначала найди ту, которая захочет выйти за тебя. И что ты хочешь этим сказать? Думаешь, не найду, да? Думаешь, я хуже, чем этот твой хмырь? Он мой жених. Так, да? Алла, стой! Что тебе еще от меня надо? Что ты ломаешься, а? Вот ты девственницей была, я тебя не трогала. Сейчас что, ты с этим спишь, так и со мной, ну? Ты с ума сошел, уйди! Я все маме расскажу. Да она только рада будет, это ж отлично, ну? Ну, я тебя хочу, понимаешь? Хочу, давно хочу, ну? Все равно ты будешь моей женой! Отойди! Я тебя ненавижу, понял? И никуда ты от меня не денешься! Сдохнешь тут с вами. Давление как скачет. А если б ты убила его, идиотка неблагодарная? И сына дурака мне сделает. Он сам полез, изнасиловать хотел. Да он любит тебя, дуру. А ты хвостом налево ходишь. Ему обидно. Мне его любовь не нужна. Вот как ты заговорила. Прямо в душу плюнула. Дождалась я от тебя благодарности. Я не хочу свою жизнь портить из-за благодарности к тебе и к Денису. Говорили мне тогда люди добрые, сдай ты эту девку в детдом. Так нет же, пожалела. Вырастила, выкормила, выучила, на работу устроила. Мужа вон нашла, хорошего, не какого-то там зэка. Я уйду. Я так больше не могу, мне есть кому уйти. Девочка, ты словами-то такими не бросайся. Ты не знаешь, что тебя там ждет. Как бы не пришлось прибежать, поджавший хвост. Я не прибегу. Какой же Игорь? Меня Вова зовут. А Игорь где? Перевелся в другой магазин, ему от дома поближе будет. Ну ладно, я пойду, мне работы полно еще. Абонент, время. Игорь, ну где же ты? Перезвони. О чем страдаешь? Тебе какая разница? Все равно ничем не поможешь. Послушай, я тут видела вчера кое-что. Ты после смены ушла, а Игорь к заведующей заходил. Зачем? Думаю, что Катька сама его позвала. Он так и сказал. Мол, какое у вас ко мне дело? Это точно он был? Ну, конечно, я его видела, как тебя сейчас. Я пол в коридоре мыла, а он о тряпку мою спотыкнулся. В кабинет зашел, а дверцу за собой до конца не закрыл. И что она ему сказала? Она папку ему серую дала. Игорь ее открыл и начал читать. А Катька и говорит, мол, хочешь, чтобы Алла это увидела. И что в ней было? Что он читал? Не знаю. Только Екатерина...
встала и говорит: если не хочешь дурной славы, тогда делай, как я тебе скажу. Вот, и тут дверца хлоп передо мной и захлопнулась. Ты не врешь? Ну зачем мне врать? Жалко мне тебя, я смотрю, как ты мучаешься. Сама столько мужиков потеряла. Жалею теперь. И долго они разговаривали? Да нет, не очень. Только вот что интересно. Когда Игорь вышел из кабинета, папки при нем не было. Значит, папка у Екатерины в кабинете. Да. Я когда у нее вчера убиралась, так Екатерина сидела за столом, а перед ней эта серая папка. У меня есть ключ от Катиного кабинета. Постоишь на стреме? Пойдем. Ну что, нашла? Вот на веревочке. Да нет, там на резиночках была вот такая. А. Вот. Да нет же, я тебе говорю, серая она была. А это зеленая. Да нет, здесь никакой серой папки. Сматываемся. Алка, Екатерина Сергеевна приехала. Без дачи посмотрите, пожалуйста. Это что такое? Что с тобой? Я плохо себя чувствую. Ну и как ты собираешься работать? Сейчас пройдет. Да ничего не пройдет. Давай-ка ты к врачу. Давай, 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 я заменю. Спасибо. Здравствуйте. Нам сегодня колбаску свежую привезли. Взвешу? Так. Алла Юрьевна, вот смотрите. Беременность. Около 8 недель. Вот результат УЗИ. Кстати, возьмите себе. Давайте вот как поступим. Вы сейчас как можно быстрее сдаете анализы, я вам выпишу направление, да? И с результатами ко мне. И тогда решим, что с вами делать. В каком смысле? Я так понимаю, новость о беременности вас не обрадовала? Честно говоря, да. Алла Юрьевна, в вашем возрасте, ну, самое время рожать. У меня мужа нет. И он наверняка женат. Кто он? Отец ребенка. Нет, он не женат. Он исчез. Понятно. И ребенок ему не нужен. С чего вы взяли? Он о нем не знает и, возможно, никогда не узнает. Я буду рожать и выращу ребенка самостоятельно. Ну вот хорошо. Значит, будем рожать. Да? Сейчас как можно быстрее на анализы с результатами ко мне. И, Алла Юрьевна, мой вам совет. Найдите отца ребенка. Плюньте на свою гордость. Ради ребенка можно и на такое пойти. С этим я как-нибудь сама разберусь. Всего доброго. И направление не забудьте у медсестры взять. Проходи. Куда ты исчез? Я тебе звоню, ты трубку не берешь. Я подумал, так будет лучше.
А говорил, любишь? Люблю. Поэтому и оградил тебя от всего этого. А чего? Что вы с тетей Катей от меня скрываете? Тебе лучше этого не знать. Правда бывает жестокой, пойми. Ну тогда соври что-нибудь, я всему поверю. Тебе нужно уйти. Нам нельзя встречаться. Хорошо. Я не ради себя пришла. Вот. Я беременна. Я все сказала, я пойду. Постой, постой! Это правда наш ребенок? Зачем мне тебе врать? Ты что? Мамочка, это же наш ребенок. Боже мой, как я счастлив. Мне было очень тяжело. Я дал слово твоей тетке не звонить тебе. И не мог его нарушить, ну пойми. Почему? Это не важно. Теперь новая жизнь. Мы поженимся, когда захочешь. Я тебя люблю. Почему ты про Игоря ничего не сказала? Боже мой. Алла, сядь. Ты в папку залезла. Ведь это он. Игорь Лукашин, он сбил нас тогда на машине. Девочка моя бедная. Ну, это очень трудно объяснить. Понимаешь, мне Игорь этот с самого начала не понравился. Я никак не могла вспомнить. Главное, что-то такое с ним связано, неприятное. Потом думают, да фиг с ним, приехал-уехал. А тут ваш Роман. Почему ты не предупредила? Да я же тебе говорю, я пыталась вспомнить, откуда я могла его знать. Ну мне же не 20 лет, память уже с годами лучше не становится. А тут мне эта папка попалась. Я же ее храню с того самого суда. И про папку я ничего не знала. И тебе и не надо было. Ну вот, а как только папку открыла, конечно, сразу все вспомнила. Он тогда молодой был, 13 лет прошло. В колонии заматерел, поэтому я сразу его не узнала. И промолчала? Да я пожалела тебя. А ему я сказала. И он мне обещал оставить тебя в покое. Обманул паразит. Ничего не понимаю. Тетя Катя, я не знаю, как мне быть. Не смей его прощать. Он виноват. Простишь? Я тебя не пойму. Это я тебе сейчас как мать говорю. Наконец-то. Я же звоню в дверь. Куда пропала? А почему ты без вещей? Я никуда не поеду. Алла, что случилось? Это ты убил мою мать. Алла, послушай, я должен тебе все объяснить. Поздно. Раньше надо было. Я виноват. Поверь, я кляну себя всю жизнь за тот поступок. В тот вечер я поругался с женой, напился и сел за руль. Ты мне всю жизнь испортил. Ты даже представить себе не можешь, сколько операций я перенесла, всю жизнь на лекарствах. А моя мать? Она растила меня без отца и так мечтала увидеть меня взрослой. Я клянусь, я готов отдать свою жизнь, чтобы твоя мать жила. Если бы я знала.
Я не должна была с тобой. И я мать предала. Говорила мне тетя Катя. Я виноват. Я должен был сразу сказать, но я не смог. Уходи. Подожди. Мы не можем так расстаться. Мы не имеем права. Ради ребенка прости меня. Не прощу. И никогда не смогу простить. Я тебя ненавижу. Уходи, больше никогда не появляйся в моей жизни. Ну, хватит уже изводить себя. Время пройдет, все забудется. Я не смогу его забыть. Тетя Катя беременна. Как? От Игоря? От убийцы матери? О, Боже. Девочка ты моя. Ну, я же надеюсь, ты не собираешься рожать? Я вообще не понимаю, что мне делать. А срок-то какой? 2 месяца. Так надо срочно делать аборт. Я и денег дам, и к врачу с тобой поеду. Я сейчас же пойду и запишу тебя к врачу. Вы же хотели рожать. Я передумала. Что изменилось за это время? А изменилось то, что отец ребенка оказался подлецом. И нам вот этого ничего не надо. Анализы в норме. Ребенок явно здоров. Вы потом об этом не пожалеете? Вам 25 лет. Первая беременность, а вы идете на аборт. Вы хоть понимаете, какие могут быть последствия? Вы же потом можете не родить вообще. Прекратите нас отговаривать, мы все решили. Так, я не с вами разговариваю, а с пациенткой. Кабинет покиньте немедленно. Боже мой, сколько хамства кругом. Направление лучше выпишите. Я тебя подожду в коридоре. Алла Юрьевна, ответьте на мой вопрос, только, пожалуйста, подумайте хорошенько. Я подумала и решила, буду делать аборт. Хорошо. Выпишу вам направление. Ты чего лежишь до сих пор? Ты же на аборт опоздаешь. Я никуда не пойду. Передумала, буду рожать. Ты с ума, что ли, сошла? Да кому ты будешь нужна со своим отпрыском? У меня квартира есть. Буду работать. Не пропаду, выращу. Да не дури ты. Я тебе не позволю. Не от того рожать собралась девочка. Он тебе столько неприятностей доставил, да он тебе жизнь сломает. Хватит, не уговаривай. Ну хорошо, вот родится у тебя ребенок. Но он же все равно узнает, что его отец убийца. Не узнает. Я ему про отца ни слова не скажу. Значит, решила. Ну что ж, девочка. Твой выбор.
Ой, что ж теперь делать-то? Одна ты ребенка не потянешь. Потяну? Да не потянешь. Я знаю, что я говорю. Одна ребенка растила. Что ж делать-то? Найдем выход. Я тебя, конечно, не оставлю. Денис на тебе женится. Не надо. Ни мне, ни ему. Он не захочет. Да кто его будет спрашивать? Значит так. Свадьбу я играть не буду. Распишитесь потихоньку. Ребенка он признает. Он же на руках у него будет расти, как родной. И чего тебе еще надо? Ребеночек, муж, достаток. Мы с Денисом не любим друг друга. Да она опять любовь. Да не налюбилась ты, что ли, еще? А ты меня теперь всю жизнь этим попрекать будешь. Я тебе вот что скажу, девочка. Вы с Денисом росли вместе, как родные. Вы знаете, как угодить друг другу. Ты ему плохого не желаешь. Он тебе плохого не сделает. Тебе плохо, он на помощь придет. Ему плохо, ты тут как тут. Это и есть любовь, детка. Игорь знает, что это его ребенок. Он приходить будет, пороги околачивать. А вот за это не волнуйся. Как придет, так и уйдет. Отвадим. Я научу тебя, что говорить. Ау! Ава. 500 рублей с вас. Здравствуй. Зачем пришел? Я не могу без тебя. У меня сердце разрывается. Может быть, ты смогла меня простить? Нет. Игорь, уходи. Я замуж вышла. За Дениса, за сына тети Кати. Все-таки тетка на тебя надавила, да? Ты не понимаешь, она тебе жизнь ломает. Это мое решение. Ребенок-то мой. Хоть с ним-то я могу встречаться, или тетка запрещает? А нет никакого ребенка. Я аборт сделала. Это правда? Игорь, уходи. Что делаешь, балбес? Алка! Забери своего лоботряса, он опять мои документы изрисовал. Мишенька, сколько раз я тебе говорила? Иди скорее в свою комнату. Зачем ты его оскорбляешь? Он же маленький. Хватит меня учить. Я как представлю, что у меня дома этот монстр ходит. Мне аж возвращаться сюда не хочется. Как ты можешь? Он ведь ребенок. И зачем ты меня заводишь? Ты ведь знаешь, мне... нельзя нервничать. Тебе сказали ложиться на сохранение? Вот и ложись! Я не могу Мишеньку здесь оставить. Ты его ненавидишь. Я боюсь, что ты и второго ребенка любить не будешь. А ты не сравнивай, а? Если этот твой малолетний гад что-нибудь сделает с моим ребенком, то я его убью. Поэтому лучше сразу сдай его в детский дом, от греха подальше. Как ты можешь, а? Какой ты? Я так больше не могу. Я уйду от тебя. Куда ты пойдешь, беременная? Кому ты нужна с двумя детьми? Сволочь. Игорь. Игорь, это я, Алла. Да, случилось. Мне нужно сказать тебе что-то очень важное. Можно я к тебе приеду?
Аллочка, здравствуй. Рад тебя видеть. Ты меня испугала своим звонком. Что у тебя случилось-то? Игорь, я такая дура. Зря я тогда тетя Катя послушала. Я только тебя люблю. Я тебя обманула. У меня сын есть, Миша. Ему 3 года. Игорь! Игорек, а что случилось? А, познакомься. Это моя давняя знакомая, Алла. А это моя любимая жена, Мила. Очень приятно. Прости. Пойдем домой. Алло. Ты где шляешься? Иду. Куда идешь? Домой. Быстрее давай.